Галина Сонарова обычно пишет свои миниатюры в прозе. А сегодня она нам покажет свои первые стихотворения. Встречаем. Новый поэт Академгородка. Я вообще не пишу стихов, если так посмотреть, то, в общем, я обычный графоман. Но мне нравится этот клуб, нравится в нем общаться, и я туда прихожу, слушаю прекрасные стихи, которые пишут наши поэты, а сама я как незнайка, иногда пробую писать. Ну, это, конечно, не первые стихи, но пишу я очень редко. Вот, стихи. Жизнь без Инета, шутка. Я такой крутой пацан, не нужны мне книги. Этот всем ненужный хлам не читаю, фиги. В интернете же все есть, чаты и советы. А уж споров там не счесть, что мне книги эти. Что случилось? Как тут быть? В мире катастрофа. Свет погас, Инета нет, станции заглохли. Мой любимый интернет отключился сразу. Где мне новости найти, мерзкая зараза? Где ж моя-то крутизна? Нет ее без компа. И пологим стану я, сдулся весь опломб мой. Нудной стала жизнь моя, что же делать мне, друзья? Может, книги почитать и ботаником уж стать? Книги – хлам. Зарисовки из современной жизни. Выходит дама с пачкой книг, бросает взгляд свой свысока и вдруг бросает книги вмиг в большую урну у крыльца. Недавно книги все читали, считались ценностью они, их берегли и покупали, как хлам кидают в наши дни. Смотрю на это с болью я, что будет дальше, я не знаю. Ведь были книги нам друзья, сейчас их мало кто читает. Век электроники пришел, сидят все в чатах, на айпадах, и споры глупые ведут, литературы им не надо. Но ведь и Чехов, и Толстой обогащали чувства, душу. Жизнь не казалась нам пустой, мы становились много лучше. Читайте, милые друзья, и классику, и драму. В компьютерах все тоже есть, полезно даже дамам. Спасибо вам за внимание.